Выпускники, педагоги, родители. Зал Международного инновационного университета, учредителя академического колледжа, сегодня был полон. Особым этот день стал для 200 выпускников. Сегодня наши выпускники – это большая армия специалистов, которые работают во всех учреждениях города Сочи. Наши социальные партнеры оказывают большую помощь и поддержку в трудоустройстве наших выпускников. Заключены большое количество договоров, и наши выпускники, уже оканчивая колледж, имеют возможность трудоустроиться. А пока выпускников ждал большой праздник. Кстати, выпускной колледж проводит уже в 12-й раз. Со сцены в стихах, песнях и танцах звучат поздравления от педагогов, родителей, самих выпускников и студентов академического колледжа. Конечно, мы прощаемся с детством, вступаем во взрослую жизнь, но здесь мы прошли хорошую школу, поэтому не боимся новых поворотов судьбы, тем более, что я и мои сокурсники продолжаем обучение в Международном инновационном университете. И вот главный момент вечера – вручение дипломов. В особой торжественной обстановке их получили активисты и отличники. Обладатели красных дипломов в этом году больше 20. Директор Ашот Кагасян, поздравляя выпускников, отметил, специальности, которые здесь можно получить, востребованы, и не только в Сочи. Это экономика и бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения, гостиничный сервис, организация перевозок и управление на транспорте, садово-парковое и ландшафтное строительство. В колледже мы не только набрались знания, которые помогут нам в жизни, но еще и мы смогли раскрыть свои таланты. Во время подготовки Олимпиады у нас в колледже была открыта волонтерская ячейка, куда мог войти любой желающий. Провожая выпускников, академический колледж ждет в новом учебном году в своих стенах абитуриентов, выпускников 9 классов. Что же касается новоиспеченных обладателей дипломов, большинство из них уже заявили о желании продолжить обучение в Международном инновационном университете. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.